У остановки «Индустриальная» в четверг днем столкнулись фургон и легковой автомобиль. ДТП вызвало весьма оживленный спор между водителями. Шофер «Висты» напирал на то, что мужчина, сидевший за рулем рефрижератора при повороте на «Индустриальную», должен был уступить ему дорогу. Оппонент возражал: нечего ездить на красный. Поспорить было из-за чего, и легковой автомобиль поврежден оказался существенно, и термобудка оказалась выведена из строя. Ходовая часть грузовика осталась в относительном порядке, а вот работоспособность охлаждающей установки теперь под вопросом. «Виста» смяла теплообменник, смонтированный с правой стороны фургона. Без этой детали, с виду напоминающей кондиционер, холоду в кузове не бывать. Так что вопрос, кто за все заплатит, стоял особенно остро. Напряженность снял очевидец, любезно согласившийся поделиться с участниками событий видеозаписью столкновения. Он ехал как раз за фургоном. Все, как водится, происходит внезапно. Шофер «Кантера» приступает к маневру на стыке мигающего зеленого и желтого. В кадре мелькает «Виста», удар. В замедленном повторе хорошо видно, что даже еще до столкновение на светофоре шоферу легковой машины горит красный свет. Мелкая авария повлекла за собой существенные трудности для проезда, причем сразу в трех направлениях. С места происшествия Сергей Полуэктов, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.